Друзья, вот сейчас я ходила за водой и решила заснять этот великолепный вид, вот, который открывается немножко с другого ракурса на мою гору. Вот там вдалеке это поселок Алха и железная дорога. И вот здесь тоже вот прекраснейший вид открывается на эти великолепные предгорья Байкала. Вот опять моя гора. Немножко с другого ракурса. Да, сегодня вот великолепная погода на улице. Сейчас 25 градусов тепла. И послезавтра уже будет 1 мая у нас. Ну, практически уже лето наступает. Душа, конечно же, радуется. И даже коронавирус не мешает поднятию настроения. Потому что вот такое здесь великолепие у нас. В предыдущем видео я, правда, не рассказала вам, что мы... Прошлой зимой пытались же сделать восхождение на эту гору со своими друзьями, но у нас ничего не получилось, потому что до половины мы добрались с этой горы, устали, как не знаю кто, и решили, что она нам покорится в следующий раз. Потому что все-таки ее нужно покорять с остановкой, наверное, целый день. И идти туда надо в часов 10 утра, чтобы хотя бы к часам 3 дня ее покорить. А потом не знаю, каким образом с нее спуститься. Но решили отложить это дело до лучших времен. Но думаю, что все равно в недалеком будущем она нам должна покориться. Иначе почему? Мы что, не сибиряки, что ли? Ну вот, опять я снимаю. Посмотрите, как красиво. Какая красивая стоит елочка у людей. Вот, видите, тоже какой перепад высот. Туда вниз. Вниз идет дорога, потом она опять идет вверх, вот так вот поднимается. И сегодня так вот такое умиротворение, такое небо, вот шикарное вот голубое небо, такие небольшие облака плывут. Вот здесь вообще вот все равно какое-то вот небо, оно вот просто необыкновенной красоты. Сине-голубое такое вот. Вот такая красота. Ну вот уже люди приехали. Уже что-то высаживают в теплицу. Да, кто-то уже стучит, бренчит. Уже, как говорится, жизнь... течет в нашем садоводстве, хотя сегодня и 29 апреля еще. Но народ уже подъехал. Ну вот, еще раз я хочу снять этот шикарный вид на Алху. Вот. Ну ладно, надо мне идти домой. Буду заканчивать на этом съемку. Думаю, что вам, друзья, понравилось это видео. Ну, говорю всем до свидания.